Мороженое? Пожалуй, возьму. Вот это пироженка. Просто вкуснотища. Что? Что это? Ой, как сегодня классно. Пирожное, мороженое, боги. Как же я устал. Пирожное, мороженое, боги. Устал. Пирожное? Мороженое? Я как раз проголодался. Пирожное, мороженое, соки. Как много всего вкусного. Выбирайте любое. Так, так, так. Пожалуй, возьму вот это пироженка. Спасибо. Пожалуйста. Какое вкусное пирожное. Просто вкуснотища. Ой-ой-ой, что это со мной? Ну-ка я схожу к этому продавцу, спрошу у него. Это что такое? Ну, у нас есть мороженое. И это исчезнет? Давайте тогда мне с банановым вкусом. О, какое вкусное мороженое. Просто объедение. Ох, ох, как хорошо. Ну, сейчас я этому продавцу задам. Ну, здравствуйте. Что вы на это скажете? Сначала у меня были точки. Потом у меня вырос рог. Потом все хорошо вроде бы стало. Но выросли большие уши. И что мне с ними делать? Как с этим теперь дальше жить? Тише. Надо выпить сок. Ну что, он мне поможет? Ну, наконец-то! Надо бы еще сока выпить. Вы знаете, мне так понравился сок. Отдайте ко мне еще вот тот зелененький. Ага. Вкуснотища! Что? Что это такое? Ну, я тебе сейчас... Привет! Подписывайтесь на мой канал. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Школа идет все. Ой, чуть не забыла. Да, свой. Пока-пока.